Вітаю, з вами Дмитро Тимохін, програма «Академія спорту» на нашому телеканалі. Наш проект завжди висвітлює останні новини, цікаві новини дніпровського та українського спорту. Розповідає про людей, які розвивають дніпровський та український спорт. Це тренери, спортсмени, спеціалісти, функціонери і взагалі ті люди, без яких неможливо становлення українського і дніпровського спорту. Безумовно, ми не забуваємо і юних спортсменів, і ветеранів, і взагалі розповідаємо про цікавих особистостей. Одна з таких особистостей цікавих і буде сьогодні з нами в нашій програмі. Людина, яка допомагає розвивати дніпровський спорт, український спорт, людина, яка сама пройшла дуже цікаву спортивну історію, спортивну, тренерську. І сьогодні з нами Юрій Рихтер, майстер, заслужений майстер спорту з воднолижного спорту, багаторазовий чемпіон та володар кубків і чемпіонатів Радянського Союзу, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів світу та Європи з воднолижного спорту вже не за класичною версією, а за електротягою, багаторазовий переможець різноманітних міжнародних турнірів, і сьогодні він з нами. Юрій, я вас вітаю. Так, дуже серйозно вас представив, дійсно, да, дуже серйозно, але дійсно ваше досягнення дуже, дуже велике, і це було і в Радянському Союзі, і вже на теренах незалежних країн, але сьогодні ви працюєте в воднолижному клубі «Синтоза», ви працюєте зі збірною України за електротягою, за класичною версією, за катером, і допомагаєте розвивати воднолижний спорт, як професіональний, так і аматорський. Про це ми теж сьогодні поговоримо. Але так, спочатку, як починалася ваша спортивна кар'єра, вона досить і досить цікава і різноманітна. Здравствуйте всі зрителі. Ну, моя, звісно, кар'єра спортивна почалась дуже давно. І почалась в 10 лет в Республіці Білорусь, в воднолижному клубі Гагарина, тогда назывался еще. Сейчас эта школа носит название моего первого тренера Николая Леонидовича Генова, у которого я практически начал заниматься и вырос в этом клубе. То есть я благодарен этому клубу за все то, что я, чего я достиг в спорте, чего я достиг как человек в жизни, наверное, потому что клуб, как и здесь вот сейчас организован, он дает не только спортивное развитие, да, звание, но и помогает становлению человека, и это очень, очень важно. Юрий, да. За что вы полюбили воднолыжный спорт взагалі, когда пришла дитину заниматься? Ну, это сейчас немножко дети целенаправленно идут заниматься воднолыжным спортом, потому что он довольно популярен и известен уже. Тогда, в 70-е годы прошлого века, мы просто как мальчишки играли во дворе, и меня просто позвал товарищ, говорит, пойдем на речку, там катаются на водных лыжах. Я пришел, попробовал, получилось не сразу, ну, интересно. Было холодно в начале мая, было холодно, но мне понравилось, и заниматься было, в общем-то, нечем. Поэтому, а сподобалось за что? Ну, очень трудно описать эти ощущения, если человек не катался на водных лыжах. Когда ты стоишь на воде, то это, ну, просто непередаваемые ощущения. И это не важно в каком возрасте. Это просто завораживает. Вот и за это. В тому часі не було електротяги, була класична версія за катером, і ви майже виграли все у Радянському Союзі, в чемпіонатах, на Кубках Радянського Союзу. А у вас одразу стало виходити все? Ну, ні, ні, звісно ж, ні. Діло в тому, що тоді не було, скажімо так, відомо багато в техніці. Тобто це зараз, ребята, отримують все краще. Стараємося предоставити ребятам все краще технології, кращих тренерів, которые знают уже все о воднолыжном спорте, которые могут дать. Тогда это было более аматорское, любительское занятие водными лыжами. Мы разучивали фигуры сами, услышав, как это было. Кто-то делал, где-то нашли какую-то видеозапись, смотрели ее, как это нужно было. И так вот становилось все. Потом, понятно, с годами, ну, получалось, естественно, получалось. Потом
к сожалению, у меня там в 13-летнем возрасте была травма серьезная, которая немножечко скорректировала мою дальнейшую спортивную карьеру. Я больше стал уделять внимание фигурному катанию, и все мои там, значит, достижения были больше связаны з фігурним катанням в одному спорті. Тобто потім ви вже цілеспрямовано стали робити ставку на фігурне катання, так? Ну, займався многоборьем до, наверное, до, да, до 91-го року, до крайнього там чемпіонату Совєтського Союзу. Який тоді був воднолижний спорт у Радянському Союзі, коли дійсно було дуже багато воднолижників і спортсменів? І взагалі, ну, була масовість? Більше, аніж зараз? Да, конечно, конечно. К сожалению, в Советском Союзе было почти в каждой республике была команда. Было в каждой стране, в каждой республике были много клубов. Не один клуб. Я знаю, вот насколько я знаю, в Днепре, в Днепропетровске тогда было там порядка 6 воднолыжных клубов. Мы приезжали сюда, на этот стадион, там в 82-м году на соревнования, да, здесь был Кубок Советского Союза, насколько я помню. Здесь была такая массовость, каждая команда, борьба, то есть, ну, массовость была огромная. Помните свой пам'ятніший успіх за часів Радянського Союзу у чемпіонатів, я маю на увазі, або кубків. Що вам найбільше запам'яталося? Ну, можливо, якась була там боротьба або щось цікаве. Ну, ви розумієте, звісно, запам'ятаються побіди в основному, да? Ну, і що у вас було їх багато? Ну, понятно, но виграти було чемпіонат Совєтського Союзу дуже престижно і дуже тяжело. Потому что было очень много классных фигуристов. Это и ребята из Дубны, Станислав Корнев. Это были ребята, Александр Мининок из Минска. Это и Сергей Шальнов. Это и Дмитрий Яскевич. Я могу перечислять очень-очень долго имена классных воднолыжников, которые на чемпионате Советского Союза, естественно, хотели выиграть. И у нас, ну, приведу такой пример, что выиграв чемпионат Советского Союза в 91-м году в Крылатском и спартакиаду народов СССР, я сидел на трибунах и смотрел чемпионат Европы в Грузии в том же году. Потому что я не попал в команду, потому как нужны были многоборцы и все остальное. Но в данном виде я бы очень хорошо пристроился. Вот такая высокая была конкуренция. Да. Взагалі, за рахунок чого ви вигравали у фігурному катанні? Можете зараз сказати? Ну, звісно, за счет техніки. За счет техніки. Це праця, дуже серйозна праця. Серйозний труд і професіоналізм тренерів, опять же, які росли вместе з нами, які нам могли дати все. Юрій, ви сказали, що дуже була серйозна масовість ось у ті часи. А як ви вважаєте, чому після розвалу Радянського Союзу воднолижний спорт зник з багатьох країн пострадянського простору? Чому? Ну, смотрите, наверное, потому что все-таки воднолижний спорт – это довольно сложное с точки зрения организации, сложный вид спорта. Требуется не только, скажем так, стадион. Нужна техніка, нужны спеціалісти, нужны траси, люди обслуживающие, ну и очень технически сложный вид спорта и дорогой. Поэтому не каждая страна выделила финансирование, чтобы развивать этот вид спорта. Точно так же, как и в Украине, на долгие годы водные лыжи пропали с горизонта, так сказать, международного, да? Хотя была классная команда. Ну и вот здесь, в Днепре, за счет того, что есть такой энтузиаст, есть, и слава Богу, и здоровье ему, Алексей Георгиевич Мартынов, который вот уже, наверное, 14 лет назад создал этот клуб, взял, набрал новичков, и вот вы видите, за такой короткий промежуток времени восстановил, не просто восстановил, а добился просто великолепных успехов в этом сложном виде спорта.
Але ми, безумовно, ще повернемось до успіхів дніпровських спортсменів і збірної України, і наших хлопців, і дівчат. Але після 91-го року ви досить можливо, несподівано для себе перейшли на зовсім іншу категорію воднолижного спорту за кабельною версією, за електротягою. І тоді, якщо я розумію, вона тільки з'явилася взагалі у світі. Цей варіант розвитку водних лиж, так? Ну, в мірі вона була, тобто, вже для нас це була диковинка, скажімо так. Но так вийшло, що в 91-му году, в возрасте 26 лет, я как бы за отсутствием возможности уделения нам времени и, скажем так, ну, внимания, скажем так, нам пришлось искать дальнейшее какое-то самореализацию в спорте. И пришлось искать спонсоров, пришлось выезжать на международные турниры за электротягой. У нас в стране не было воднолыжного стадиона и электротяги, такой канатной дороги, которую вы видите сейчас в Днепре. Поэтому приходилось тренироваться за границей, работать, тренироваться, совмещать полезное в разных странах. Да, Украина, в разных странах. Да, начал я с Чехии. Хороший клуб «Хавижов» и сборная Чехии. Я два года отработал там, оттренировался. В то же время выиграл там чемпионат Европы неоднократно. Далее поступили предложения из Германии. Я их рассмотрел, согласился. Да, были тяжелые времена, но было интересно. Очень интересно. Открыл для себя новый вид спорта и, ну, как бы... Ви в ті часи виступали як спортсмен і як тренер. Я маю на увазі, коли ви почали вже виступати з електротягою. В ті часи ви завоювали теж безліч нагород, поставили рекорди світу і так далі, і тому подібне. Як ви відчували різницю після виступів за класичною версією, за катером, і ось на електротязі? Вам було легше чи ні? Ну, і в чому різниця? Ну, смотрите, звісно, було легше. Тем, что я был готов, скажем так. Школа фигурного катания, это я могу назвать несколько школ, мощных школ в Советском Союзе. Это была школа, белорусская школа фигурного катания, водных лыж, Дубна. Вот это школы Минск. Это классические школы, где преподается классно фигурное катание. И сейчас тоже на мировой арене можно сразу увидеть, кто откуда из ребят, да? Кто представляет какую школу. Вот. Мы тренировались еще, помимо того, за катером, когда тренировались, понятно, что мы занимались еще зимой, за неимением возможности выезжать за границу. В основном там американцы, канадцы, все тренируются круглый год. У нас в Беларуси такой возможности не было, поэтому мы тренировались в бассейне. Что мы тренировали в бассейне? Правильно, фигурное катание. Мы уделяли очень много времени фигурному катанию, а катание в бассейне немного сродни катанию на электротяге на воде на большой. Дуже схоже, так? Очень похоже. Поэтому для меня было несложно перестроиться, сложно было бороться с судьями, скажем так, потому что уровень нашего фигурного катания был очень высок. И порой судьи не могли справиться с тем, что мы делали. От этого страдал, опять же, спортсмен, а не судьи. Но это такие казусы. Они росли вместе с нами, мы их учили. И тем... Это было сейчас новое для усих, так, да, безумно. Конечно, а в чем разница взагалі між катанием за классичную версию и за электротягу? Как спортсмена вас запитую. Ну, разница в технике, напевно, так? Ну, конечно, конечно. Смотрите, катер, это катер, там волна. Там все фигуры делаются либо на площадке в кильватере, либо в прыжке с волны, да? Если это сальто, то она делается с волны. Ну, корректируется волна, конечно, конечно. Потому что фигуры называются в
с волны, да? Допустим, 540 градусов с волны, там, либо с сальто, да, оно подразумевает с волны. Здесь приходится делать все с отрывом от воды, но без использования волны, только за счет толчков ног, да, и использования тяги, которая немножко идет вверх, она помогает сделать выход вверх. Як вам було тренувати дітей, котрі теж, як і ви, можливо, теж для себе відкривали воднолижний спорт за отритягою? Наскільки це було цікаво для вас одночасно і займатися цим видом спорту, і тренувати діток? Ну, смотрите, я тренував дітей, ну, як, в Германії і в Чехії я не тільки з дітьми працював. Це був рівень збірних, да? Тобто клуб. В котором половина клуба, я приехал, допустим, в Чехию, там половина клуба – это члены сборной Чехии. Потом в Германии та же ситуация. Конечно, дети были маленькими, приехал в Германию, там вот от таких до чемпионки Европы. То есть вчили и маленьких, и взрослых? Конечно, конечно, конечно. Поэтому, ну, интересно, конечно, интересно. С детьми интересно работать, потому что это, ну, благодарный материал. Это, ну, это пластилин, это просто чудо. Ты лепишь из него, ты делаешь то, что ты чувствуешь, ты пытаешься передать ребенку, как бы не только сухие знания, там, техники, да, а передаешь чувства, пытаешься передать свои ощущения, что человек чувствует при подходе к волне, там, да, при выходе, там, но это, я не готов объяснять сейчас всю технику, там, фигурного катания, слалома, для этого есть действительно специалисты, которые могут это преподать, и все, конечно, вся, значит, суть тренера, да, уметь объяснить и донести ребенку, чтобы он это полюбил и чувствовал так же, как ты. Про інші спортивні та тренерські досягнення Юрія Рихтера та про його ставлення до воднолижного спорту ви дізнаєтесь, побачив другу частину нашої програми. А на сьогодні це все. З вами був Дмитро Тимохін і наша програма «Академія спорту». Хай щастить і бувайте здорові, і бережіть себе!